Я хочу пригласить на сцену удивительного певца, молодого певца, который обладает, я считаю, уникальной красотой тембра. Человек, который, мне кажется, я очень надеюсь, что у него хорошее, большое будущее. Но будущее любого человека может состояться только тогда, когда мы это захотим и поможем ему в этом. Итак, я приглашаю красавец, мужчина, заслуженный недавно артист нашей республики Эльбрус Губиев. Можно аплодировать, пока он не появился. А потом аплодировать, пока он не уйдет, чтобы ему было приятно. Эльбрус Губиев, басист, вечер в поле, дирижер Светлана Елканова. Рашман. Да, первую вещь ты забрал. Я после слов Эдика, в принципе, могу уже и уйти. Молчи и пой. Вот швахтал грозиков, послушай. Машина, я гарден, мая, чай.